Итак, у нас нет этого никакого оборудования, ни фрегатов, ни пушек, а есть только Александр Николаевич Костромин с гитарой, но тем не менее можно проследить, как я выполнял задачи, поставленные режиссером. Итак, устье Невы, начало 18 века, за кадром стук топора, народ строит флот. Мы народ артельный, дружим с топором, в роще корабельной солнце подберем. Эх, православный грянька, с берега народ, погляди, как банка по морю плывет. Православный грянька, с берега народ, погляди, как банка по морю плывет. А зимним зарею, знанием Христа, выспали с полою крепкие борта. Эх, православный грянька, с берега народ, погляди, как Ванька по морю плывет. Православный грянька, с берега народ, погляди, как Ванька по морю плывет. Девку с голой грудью я изображу, а медную орудью тумбу режу. Эх, ты, мартира грянька, нам пучиной вод, расскажи, как Ванька по морю плывет. Ты, мартира грянька, нам пучиной вод, расскажи, как Ванька по морю плывет. Тешилась над нами барская лоза, били нас кнутами, брали в железа. Эх, ты, Бейлин, глянь-ка, от своих ворот, как колов твой Ванька по морю плывет. Ты, Бейлин, глянь-ка, разевая рот, как колов твой Ванька по морю плывет. Море – наша сила, а море – наша жизнь. Веселись, Россия, Швеция, держись. Эх, иноземный грянька, с берега народ, мимо русский Ванька по морю плывет. Эй, иноземный грянька, с берега народ, мимо русский Ванька по морю плывет. Все!